не использую, потому что они мне, например, не нужны в работе. Но у этой камеры очень много различных функций. Давайте сегодня рассмотрим, что же это за камера, почему я ее себе выбрал, какими она обладает характеристиками. И, в общем-то, этот обзор будет таким слегка сумбурным, слегка неподготовленным. Конечно, я расскажу максимально подробно о ней, но какого-то четкого такого плана я придерживаться не буду. Первое, что хотелось бы сказать, это то, что камера 760 и 770, они практически ничем не Thank you.
ребят, пикаете очень долго. Поднимите голову и посмотрите, кто где. Давай, ему. Ниже! Ниже! Ладно. Собери, мать! Не бросайся, Возможно.
Человек носком дотрагивается до мяча и уходит в вал. Смотрите.
Yeah.
Подтвердьте. Смотри!